Дорогие коллеги, скоро у нас состоится вебинар на тему клинических рекомендаций в выборе между композитными и керамическими реставрациями, на котором мы будем углубленно изучать методики основной работы с керамическими и композитными реставрациями. Мы поговорим с вами о материалах, различных техниках их использования и клинического применения и разберем с вами множество клинических случаев и кейсов. Это будет полезно как для начинающих докторов, так и для уже опытных, потому что каждый сможет для себя найти какую-то новую информацию, которую я вам предоставлю. Мы будем рады всех вас видеть на нашем вебинаре.